Сегодня у меня вот такой браслет. Почему? Это изолента, кто не понял. Сегодня мы будем с вами делать несколько вещей. Но первое, что я сделаю, я упакую подарочки для учителей, о которых я вам обещала рассказать. Это то, что нам понадобится. Оберточная бумага. Это наклейки, которыми я тоже смогу закрепить эту бумагу. Ножницы. Ну и сами подарочки. Вот такие наборы. Елочные игрушечки. Ну, потом еще будут открыточки сверху. Но это потом. Сначала обернем красиво подарки. Подарки для учителей готовы. Сейчас у меня есть кое-какие уже подарочки, которые я купила детям, и я их упакую тоже сейчас в эту красивую оберточную бумагу. Куклу, которую вы уже видели, огромнейшая кукла, книги для Идоши, очень красивые, про Аляску и Марс. Также я ему купила Christmas Carol, чтобы он читал, это классика жанра Чарльз Диккенс. И им такие киты, но я их не буду упаковывать, они уже как бы есть упакованы, это и дошки он любит, вот этого Скупиду, вот здесь вот такой наборчик всякий, и для Габули, конечно же, ее такой вот новогодний Пау Патроль, тоже тут и трафареты есть, такие Activity Kits, но я их подарю на Новый год. У меня здесь есть из Долорамы, просто я купила им вещи, которыми мы будем заниматься во время того, что начнутся каникулы до Нового года. Вот такие вот, сложить картинку по таким вот наклеечкам, наклеивать, там они должны совпадать. Но это больше, наверное, для Габи, и до этого уже неинтересно. Это будет, наверное, больше для Габи. Два наборчика и вот такая книжка, это точно для Габи. Это нужно дополнить, найти разницу между картинками. Это прям вот, сколько это, от 3 до 5 лет как раз, да. И такая вот прикольная книжечка. Так что это будут activities, которые еще до Нового года. Вот, у нас будут разные интересные вещи. Мы будем делать слайм, кому интересно. Это типа такого пластилина. Вот, сейчас очень популярен у детей. Это упаковывать я не буду, но я упакую каждую книжку отдельно и куклу. И на этом на сегодня упаковки закончатся. Нет, еще Костю хочу запаковать костюм. Я ему не костюм купила, а пижаму. Вот, потому что по чуть-чуть упаковывать, потому что потом дети все время будут дома, и просто реально не будет времени все это раскладывать. И, естественно, будет еще наверняка что-то докупаться. И еще подарочки упакованы. Надписи я уже буду делать потом, уже перед самым Новым годом. Будет повешена надпись. Тут есть подарки, будут и от бабушки тоже. И, в общем-то, от родителей, но и от Деда Мороза. Поэтому будут надписи на всех коробочках. Вот. И еще мне осталось сложить только лишь Костину пижаму. И еще вот упакуем Костины подарки. А вот это вот я купила деткам в Долораме. Нужно напечатать фотографии, и я сделаю это елочная игрушка с их фотографией. Вот я уже забыла, сейчас полезла разбирать и вспомнила, что я не сделала это. Вот видите, 2,50 стоило. Такие вот оригинальные. Это просто прелесть. Я сделаю их фотографии, выберу самые мои какие-то любимые две, и Дошкину, и Габину. Сзади напишу, это какой год. И вот такие игрушки будут на 2018 год. Класс! Вот я совсем забыла, надо будет заняться этим сегодня. Вот, сегодня пойду в Walmart, распечатаю фотографии, вставлю их, покажу вам, когда уже будет готово. Очень, кстати, оригинальный подарок, может быть, для бабушек, дедушек тоже. Класс. Ну что ж, с подарками на сегодня закончено. Это были последние. Вот как красиво все это выглядит. Как я люблю новогодние подготовки, складывание подарков. Ну что может быть приятнее этого? Но для этого нужно время. Поэтому, если у вас времени нету, просто используйте готовые пакеты. Следующая моя цель на сегодня. Я сейчас нахожусь в Габиной комнате, как и прежде. Разобрать, во-первых, прибрать, застелить кровать. Время уже подходит почти скоро забирать детей со школы. Разобрать еще немного книг. Или даже, скорее всего, книги трогать не буду, потому что мы сейчас только начинаем все читать, и у нее появляется больше интереса.
разобрать игрушки. Здесь много игрушек, которыми она уже не играется. Я их спрячу, может быть, на потом она захочет играться. Просто сейчас она любит очень мелкие игрушечки. Вот они у нас везде в разных коробочках лежат. И здесь еще надо разобрать... Ой, бегала по этажам, запыхалась. В общем, пошла разбирать игрушки. Покажу вам, когда уже что отберу, что переберу. Итак. Я даже так вот рада. Я не знаю, может быть, для вас ничего не изменилось, конечно, здесь. Но здесь изменилось очень много. Я перебрала, оставила ей все мелкие игрушечки, которые она любит. Они все вот здесь. И еще не все, есть еще на основном этаже. Но, по крайней мере, все, что было в этой комнате, я разобрала. Там мегаблок. Тут мелочевка всякая. Здесь тоже мелочевка всякая. Вот, всякие книжки лишние забрала. Мягких игрушек целую кучу выложила отсюда. Вот, и что оказалось... Кстати, со временем, возможно, я так думаю, я в Икее куплю, знаете, вниз такие ящики задвижные под эту кровать. Либо пластиковые такие плоские коробки. В них, кстати, тоже будет очень удобно складировать какие-то вещи, при этом не занимая пространство этой небольшой комнаты. Она достаточно маленькая. Значит, что пошло на вынос? Целую кучу. Вот здесь лежали игрушки. Это я беру теперь для белья. Это мусор. Этот мешок, это мусор. Этого мешку вместо подушки я в бейсмент снесу. Вот этот пакет с Икеи, это целый мешок с машинками и мальчуковыми игрушками. Здесь еда, все, что кухонное, это я несу вниз, потому что там у нее кухонка, и она играется. Здесь вот то, что кроватка с куклами, это она меньше нравится ей, я сейчас пока это спрячу. А вот это мешок с мягкими игрушками. Тоже я его пока что спрячу вниз, она вообще не проявляет никакого интереса к ним. Так что я очень рада. В общем, почему здесь так темно? На самом деле, действительно, просто взяла целую уйму времени все это перебрать. Наверное, 2 часа так точно я здесь угробила. Но это такая работа хорошая. Делается она у меня примерно раз в полгода. И кто-то же должен ее делать. А кроме меня больше некому. Так что это тоже сделано. Это огромнейшая расчистка перед Новым годом. Так что класс. Следующий, наверное, будет где-то... в летнее время, перед летом, после лета. Наверное, там приоритеты игры поменяются. Ну, в общем, как-то так, ребята. Так что вперед! Разбирайте лишние игрушки своих детей перед Новым годом, избавляйтесь от ненужного. То, из чего они уже выросли, можно передать другим деткам. Либо отложить на более поздний период, например, для следующих детей, если вы еще планируете. Как раз самое время заняться вот этой чисткой. Спокойно, без вот этих вот лишних эмоций. Да. Давай, сыночек. Ну, она просто примеряет ему браслеты, которые бабушка прислала. Yeah, you just checking, right?
цветочки. Запах уже начинает идти сумасшедший. Прелесть. Приехали в Ноуфрил. Шла в магазин, не знала, что брать. Такая зашла, думаю, что брать. И потом вспомнила, что мне нужен лук, морковка. Взяла эти редисочку, яблочки, бананчики. И нашла, очень интересно, взяла такой нам сыр к пиву на Новый год. Вот голубой чиз и козий с кранберис. И взяла, нашла, интересно, никогда не видела wonton wraps. Уже готовые такие, ну, тесто готовое, уже нарезанное на вот эти вот китайские вареники, да. Я использую просто для наших вареников. И нашла, также в этом же отделе было egg roll wraps. Это вот, ну, egg roll не надо переводить. Что такое egg roll, да, такие жареные блинчики. Тоже вот для них уже такие, ну, тесто, уже готовое к пластике тесто. Тоже можно сделать, например, те же какие-нибудь там жареные с мясом или с кислой капустой, как я люблю, типа пирожки. Вот, так что буду пробовать. Вот взяла два таких теста, такая новиночка. Ну и капусту, конечно. Хлеб у меня есть, я брала в Коско. Ну, сейчас иду еще что-то такое интересненькое. Хочется перед Новым годом что-то уже, чтобы понемножечку купить. И, ну и вообще на неделю еще что-то нужно. Дети каникулы начинают на следующей неделе. Надо запасаться продуктами. Впервые в жизни купила вот наборчик, он небольшой на самом деле для детей. 4,97. Будем делать с детьми на каникулах. Я тут сейчас вот зашла в отдел. Тут и есть российско-украинские наши продукты разнообразные. Есть также израильские продукты. Просто зашла посмотреть что-нибудь такого интересненького для деток. И здесь столько всего прикольного разного. Есть свитбокс, что-то такое. Не знаю, open to see. Там, наверное, игрушка какая-то, непонятно что. Вот бараночки, сушечки разные, печенюшки. Вот эти, коровка разные, вот такие. Вот дальше что у нас тут есть? Зефир. Всякие вот эти вот прикольные. Мне понравился фундук Петрович. А это кто? А это у нас Чернослив Михайлович. Чернослив Михайлович, классно. Это Курага Петровна. Классная какая-то. Вот Рошен конфеты, пожалуйста, недорого. Вот вечерний Киев, 6,99. Потом рошеновские какие-то симпатичные за 4,99. Сейчас вот идет же праздник, да, к Новому году. Если можно, хотите кого-то поздравить, вот так зашли, коробочку купили. Вот Стрела есть, 5,99. Конфеты Белочка. Классно. Короче, если у кого-то есть ностальгия, всегда можно прийти и найти все, что тебе нужно в магазине. Хочу говорить так, чтобы не было слышно музыку, которая играет здесь на фоне. Вы можете посмотреть, что тут и мед есть, пожалуйста, наверняка, который вам нравится, разный, который у вас продавался или продается. Сгущенное молоко. Все, семечки всех видов. Я вот на самом деле сюда еще за семечками зашла, но... Как-то все, ну вот тут и рыбка, тараночка, вот, и всякие эти, кто любит, как они называются, сухарики. Ну, я за семечками пришла. И так дальше, это не заканчивается, крупы, и там приправы и так далее. Еще взяла вот Костику в подарок кофе на Новый год. Это взяла барбекю соус большой, 4 ребрышки взяла. Взяла квашеную капусту, взяла еще в подарок нашей бэбиситтер конфетки. Еще вот взяла Костику такие орешки в шоколаде. Что еще здесь есть? Семечки. А еще такие детям кофты делать тоже в дополнение к домику для активити. Вот так. Сейчас на кассу. Сейчас уже, как говорится, добрый вечер.
там запекается картошечка. Я просто ее нарезаю кружочками, но не вдоль, а поперек. Или наоборот, не поперек, а вдоль. Ну, в общем, длинненькими такими кружочками. И к ним я уже приварила ребрышки. Вот здесь бульон от ребрышек остался. Вот это сами ребрышки. Когда на улице холодно, зима, не хочется делать барбекю, поэтому я их привариваю. Потом выкладываю на противень, то, что я буду делать сейчас. И сверху вот этот вот соус, который я купила в No Frills, который вы видели. Поливаем и вперед. Сейчас я еще сделаю быстренько салатик к этому нашему такому вкусному блюду. Ой, это как? Это просто...